За моей спиной одна из самых древних и самых важных для финской лапландской истории построек. Старая церковь в поселке Соданкюля в финской заполярной Лапландии. 1689 год постройки. Церковь прекрасно сохранилась. Конец 17 века. И до сих пор является действующей церковью. Правда, открыта только летом. Здесь, в Соданкюле, живет совсем немного людей. Это примерно 150 километров на север заполярный круг. Всего в одноименной огромной по территории общине проживает чуть меньше 9 тысяч человек. Здесь, в центральном поселке, может быть, 5 тысяч. Лапландская война практически неизвестна в советской, в российской истории. Но, тем не менее, финская история, она имеет большое значение. Для Финляндии участие во Второй мировой войне делится на три этапа. Это 1939-1940 год, зимняя война, когда Советский Союз напал на Финляндию. Финляндия была вынуждена защищаться и сохранила свою независимость путем больших потерь, как людских, так и территориальных. 1941-1944 год, до сентября 1944 года, это так называемая война продолжения или Яткасота, когда Финляндия воевала с Советским Союзом, выступила, по сути дела, на стороне Германии. В 1944 году Советским Союзом было заключено перемирие, которое впоследствии в 1947 году было скреплено Парижским мирным договором, который существует по сей день. Так вот, в сентябре 1944 года, после заключения мира с Советским Союзом, Финляндия объявила войну Германии. Об этом в России мало кто знает. И эта война вошла в историю как Лапландская война или Лапинсота. На территории финской Лапландии, в Заполярье, после выхода Финляндии из войны с Советским Союзом были введены немецкие войска, прежде всего заполярной дивизии СС с территории Норвегии. И финская армия до апреля 1945 года прогоняла с территории государства немцев. Немцы здесь устроили даже два концентрационных лагеря. После сентября 44 года Гитлер, этот сумасшедший человек, объявил, что финны больше не арийцы. И здесь были... Экономика финской Лапландии была полностью разрушена. Столица, город Рованиеми, полностью сожжен. Война для Финляндии была достаточно жесткой, жестокой. 27 апреля 45 года в поселке Килпесьярви на границе с Норвегией последний немецкий солдат был выгнан с финской территории, и этот день считается днем окончания войны, Второй мировой войны для Финляндии, ну или, если хотите, в российском понимании, это, наверное, День Победы. Лапландские реки полноводны, величественны, красивы и длинны. Прекрасное прогулочное место – набережная реки Китинен в Соданкюле. Эта река длиной примерно 250 километров является крупным притоком Кемиёки. Посмотрите, какая она широкая, полноводная. Сейчас, заснеженным октябрем, еще до того, как на ней встанет лед, и она превратится на всю зиму в снежную дорогу, она выглядит таким тихим утром, просто как зеркало. Друзья мои, в Лапландию стоит приезжать для того, чтобы посмотреть вот эти вот зеркала рек и озер, для того, чтобы увидеть в них что-то такое, чего больше нигде в мире и никогда не увидишь. Я понимаю, что вы слушаете меня с некой улыбкой. Вот такой вот романтический поэт так несколько преувеличенно и превосходно говорит об этом. А мы-то приедем, может быть, этого всего и не увидим, и не почувствуем, если вы настроите свое сердце
то приедете и почувствуете. Кемиоки. Самая длинная река Финляндии. Длина реки Кеми 550 километров. Она впадает в Ботнический залив рядом с городом Кеми, а ее исток недалеко от границы Финляндии и юга Мурманской области России. К слову сказать, это единственная река, впадающая в Ботнический залив, чей бассейн водосбора частично находится на территории России. Река невероятно живописна, широка, полноводна. Вот я сейчас нахожусь в поселке Пелкосенниеми. Это среднее течение как раз реки Кеми. До впадения в Ботнику отсюда километров 220-250. Ее ширина здесь метров 300. Посмотрите, какая красавица. Кемиоки имеет большое значение для экономики Финляндии. На ней построено 15 крупных гидроэлектростанций. Два города на реке Кеми. Это Кемиярви и Рованиеми, столица Лапландии. И, конечно, большущее значение река имеет для туризма в любое время года. Странное ощущение, ребята. Немного нереальности происходящего. На самой верхней станции гондольного подъемника на горнолыжном курорте, который закрыт и еще не скоро будет открыт, но при этом зима. Блин, реально, как будто бы поднялся и оказался на другой планете. Совершенно никого в таком месте, которое себе очень хорошо представляешь в разгар сезона, где народу просто дофига. Вот, может быть, за этим я сюда приперся, поднялся и тащит просто по полной программе. А еще, знаете, в который раз убедился в том, что зайцы разумные животные. Никаких следов ни собачьих, ни человечьих во время этого примерно километрового подъема на вершину Пихатунтури мне не попалось. А вот заячьи попались. Причем в некоторых местах заяц забегал наверх, явно сидел на ровной площадке и долго сидел, судя по следам, смотрел вниз на красоту. Я внизу, увидя еще заячьи следы, захватил с собой кое-что. Но, честно говоря, не для зайцев, а для себя. Подавляющее большинство моих знакомых говорят, что я немножечко того. А я и сам знаю. Ну а теперь шутки в сторону. Пихатунтури известный всем горнолыжный курорт, но и знание большинства людей об этом месте, Тунтури по-фински тундра, Пюхья, значит, святая, внизу Пюхья-Ярви, достаточно известное, красивое место, святое озеро. Не знаю, при чем здесь святость, наверное, какие-то языческие корни. Так вот, знание большинства людей об этом месте, собственно, и ограничивается тем, что это горнолыжный курорт, что это хороший, раскрученный курорт. Здесь действительно неплохие склоны. Он в одной связке с не менее раскрученным и известным курортом Рука. То есть связка это, значит, у них один скипас, хотя между ними 200 километров. Здесь тренируются сборные Финляндии по разным горнолыжным видом спорта, то есть это, в общем, само за себя говорит. Хотя склоны здесь не самые высокие, не самые длинные, но очень приятные. Что здесь делать не во время лыжного сезона? Здесь, как и в большинстве тундр Финляндии, национальный парк со своими тропами. Везде есть свои особенности, хотя все друг на друга похоже. Какие особенности здесь? Значит, здесь длинная тропа по нескольким
тундровым вершинам необычайной красоты. Ну, конечно, полностью полноценно эту красоту ощущаешь, когда хорошая погода. Я имею в виду ясная погода. Сейчас вот, например, не ясно, поэтому и нет смысла по всей этой тропе шлындать. Можно ограничиться, как я сейчас сегодня, 10-15 километрами. Но вся тропа 35. Безумно красивая. Проходит через уникальное место для центральной финской Лапландии. Так называемое аметистовое ущелье. Старый рудник, в котором были аметистовые разработки. Сейчас там небольшой музей. То есть это музейные копии. И, по-моему, летом за денежку малую можно самому покопаться и чего-то найти. Ну, красиво. Безумно красивое ущелье. По тропе места для ночлегов, места для костров, с дровами. Если хочется чего-то попроще, внизу на Пюхеярве есть коттеджи, сауны, купания, олени, велосипеды. Впрочем, горные велосипеды здесь просто отличные. Короче, приезжайте. От Рованиеми километров 120, от Кемиярви полтинник. Я еду на юг. Вот и кончился этот первооктябрьский лапландский снег. Здесь, на юге Лапландии, находится одно из самых больших и самых красивых озер Финляндии и самых рыбных. Озеро, которое знаменито своими щуками. Озеро Кеми, на берегах которого находится одноименный город Кемиярви. А Кемиярви, в свою очередь, самый северный город Финляндии. Все поселочки, которые в той или иной степени на города похожи, которые находятся севернее Кемиярви, формально статуса города не имеют. Город Кемиярви для Финляндии уникален. С одной стороны, он старый, можно сказать, почти древний. Люди на территории современного Кемиярви живут с 16 века. И до конца 20 века город с экономической точки зрения чувствовал себя неплохо. Ну, жил в основном за счет лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. А вот в конце нулевых годов целлюлозно-бумажный комбинат закрылся. И в связи с этим люди, которые на нем работали, многие из них уехали. И в городе население уменьшилось на треть. Было порядка 13 тысяч человек, а осталось 8. Город в той или иной степени с экономической точки зрения пытаются спасти до сих пор. Пока безуспешно. И в нем происходит то, чего не происходит больше нигде в Финляндии. В нем остались пустыми несколько многоэтажных домов, и их настолько уже нерентабельно поддерживать в более-менее сносном состоянии, что их начали сносить. Представьте себе, вот такие вот вещи творятся здесь на севере. Еще город Кемиярви интересен тем, что сюда иногда пускают чартерные поезда с лыжниками аж из самой Москвы. Представляете? Экспресс. Москва-Кемиярви. Да-да. В 2011-2012 году такой ходил. Насчет последних лет точно не знаю. Может быть, в связи с кризисом в России уже не ходят. Но окрестные горнолыжные курорты популярны в России. И многие москвичи, петербуржцы, мурманчане, жители Карелии сюда приезжают. Через 20 километров покину территорию Лапландии. Полярный круг в обратном направлении пересечен. Кратковременное путешествие на мой родной, любимый финский север окончено. И я знаю, зачем я сюда приехал. Я начал этот блог со слов Арона Круппа, посвященных Полярному кругу, и закончу его стихами того же поэта. Это важно, где, на какой горе сдать души недуги.
Я не знал, когда ехал сюда, на какую гору в этот раз я залезу, а может и не на одну. Я отпустил эту ситуацию, что называется, на волю случая. И вот сегодня я залез на Пюхетунтуре, спустился и понял, что вот этой самой горе я издал недуги своей души. И понял, зачем я сюда приезжал. Русский север, финский север, Скандинавия. В этом смысле лучшие курорты. Для меня это лучшая душевная клиника. До новых встреч, север. И что-то кажется мне, что вернусь сюда уже совсем скоро. Видимо, с лыжами. Пока. Легенды из
мрака времен. Пламя холодного огня, ветра камней и неба, свет позабытой надежды, когда обречен.